здоровой игры существенно увеличилось число случаев ожирения у мужчин. Им страдает почти треть мужского населения. Также зафиксирован рост случаев ожирения у детей и подростков. Из-за этого увеличивается риск диабета и сердечно-сосудистых. О, твою мать! Город. Да я думаю, нет, труп от встречки хуярит, блядь, ты что делаешь? Стой, тормози. Thank you.
блядь.